1390 рублей. И это за новинку. Вау, за фактически ручную работу. Давайте рассмотрим более подробно. А посмотри, Надюш, здесь у нас с тобой какая интересная роза. Она как будто бы начинает шевелиться. Посмотрите, каждый лепесток у нас существует отдельно. На ветру он будет колыхаться, как настоящий бутон. Итак, давайте еще раз посмотрим на качество. Здесь у нас аппликация выполнена сначала на сетчатом полотне, а уже затем надежно прикреплена. Не приклеена, а пришита именно к нашему изделию. Поэтому такое изделие мы всегда с вами будем легко и просто носить и стирать. А цветов у нас сегодня целых два. Это классический красный цвет, в заказе называется бордовый. И также у нас есть темно-синий цвет. Но многие задают вопрос, как же она сидит на фигуре? Как она подстраивается? На какую фигуру она подходит? И Люба тому доказательство. Обратите внимание, здесь есть еще несколько секретов, а именно кружевной рукав. Надежда, посмотри, как он облегчает образ, как наша модель выглядит более элегантно и более стройно. Да уж, это правда. Давайте посмотрим, какие размеры есть. Ну, во-первых, сразу мы приглашаем 46 размер. Также вы можете смело заказывать 48 размер блузы, туники Афродита. Ну и, безусловно, 62 очень хороший размерный, широкий ряд. 60. Давайте, Ань, чтобы наши зрители понимали, как туника сидит, нам нужно знать параметры нашей модели Любы. Какой у нее полуобхват бедер, груди, какой у нее рост. Внимание на экраны и запишите сразу название блуза Афродита. А вот появляется Милена, она выбрала цвет бордо. Сейчас узнаем параметры модели. 1390 рублей и ваша выгода 1400. То есть получается, Ань, что можно смело за старую цену заказать две блузы. Я уверена, что каждый из вас так и сделает, потому что, например, за 1390 рублей можно приобрести прекрасный подарок, например, для мамы. А наша Люба выбирает для себя 50-й размер блузы. Рост у нее 1,77 м, одежда 50-го размера и объем груди четко для 50-го размера. Это 100 сантиметров. Талия 78, объем бедер 111 сантиметров. Пропорциональная фигура именно к таким параметрам стремится каждый из вас, но при этом, посмотрите, смотрите, как облегчается верхняя часть. Но также хочу вас порадовать еще и тем, что эту блузу очень легко и просто купить дистанционно. Да, это супер, потому что наша ткань тянется. Вот именно поэтому сейчас мы обсудим низкую цену и вернемся к составу ткани. Я думаю, что это многих интересует. Итак, давайте посмотрим. Новая цена 1390. Это доступная цена? Еще бы! Посмотрите, какая нарядная блуза с роскошными вставками и эффектным дизайном в зоне нашего бюста. 1390 рублей. Новая цена. Ваша скидка 1400, потому что раньше цена была 2790. Слушай, ну мы сразу говорили все вот эти украшения, а вот базовая функция блузы, то, что должно быть в ней комфортно за счет ткани. Вот что за ткань? Да, за счет ткани как раз и будет некомфортно. Ткань это вискозная. Давайте посмотрим на нее чуть-чуть поближе, увидим, какая она мягкая, и сразу поймем, что она прекрасно тянется, а значит, будет легко подстраиваться именно под ваши параметры. Именно из такой ткани шьют также и детскую одежду. Мне очень понравилось, что сегодня мы с вами видим и наши нарядные блузы, которые будут нас украшать в таком комфортном исполнении. Слушай, ничего себе, вискоза, ведь это натуральные материалы. Это ваш личный кондиционер, потому что в такой ткани вам не будет ни слишком жарко, ни холодно. Это бывает, знаешь, наденешь синтетику, наденешь сверху пальто, зайдешь в метро и стоишь весь мокрый, потому что синтетика не пропускает воздух. А вискоза пропускает воздух? Да, вискоза пропускает воздух, она позволяет коже дышать. Но тут же мы смотрим с вами на кружево, которое также нам дарит комфорт. Между прочим, кружево мягкое, также содержит в своем составе эластан, который позволяет ткани быть подвижной, тянуться. Вот сейчас нам Люба показывает, что она тянется. И посмотри, как здорово, что у нас низ рукава оформлен эластичной лентой. То есть мы всегда сможем подогнать эту блузу под свой рост. Супер! Мне нравится идея за 1390 рублей.